Нарядные мантии, цветы, волнующиеся родители. В этом году медицинский университет отмечает сразу несколько дат. 75 лет со дня образования и 65 лет первому выпуску лечебного факультета. Диплому с отличием и грамоты за активное участие в жизни университета лучшим выпускникам вручил вице-губернатор Игорь Греков. Рязанской области нужны хорошие специалисты, подготовленные и умелые врачи. Вас ждут и в крупных клиниках, и в сельских больницах. Со стороны региона молодые специалисты получат всю возможную поддержку. Еще одна награда ректору медуниверситета Роману Калинину. Он получил благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи за вклад в развитие молодежной политики России. Выступая перед выпускниками, Роман Калинин отметил, что именно благодаря их стараниям вуз занимает высокие места в рейтингах и является одним из лучших учебных заведений страны. И вы всегда находили бы в себе силы, несмотря на настроение, погоду, сложности, гороскоп, я не знаю, что еще, любить свое дело, любить пациентов. Это вам поможет преодолеть и перебороть все. Нет лучше нашей профессии. Это действительно так. И вы выбрали самое благородное служение и самую лучшую профессию. Большинство студентов медуниверситета после окончания вуза приняли решение продолжать образование, поступать в ординатуру. Замечательное настроение, потому что мы верим, что все круто, классно. Это наконец-то последний день, вот самый классный в нашей учебе. Но мне, наверное, немного грустно, потому что я люблю наш университет, это альма-матер, поэтому боюсь расплакаться в самый ответственный момент. Обращаясь к выпускникам, первый заместитель министра здравоохранения Владимир Грачев отметил, их готовы принять в лечебных учреждениях региона. Мы очень нуждаемся в вас, в ваших свежих идеях, в ваших мыслях, в ваших положительных эмоциях. Приходите, я думаю, с вашей помощью наше практическое здравоохранение выйдет на новую ступень, на новый уровень. На празднике по случаю выпуска лечебного факультета благодарности за подготовку медицинских кадров получили и педагоги, а главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев поздравил выпускников с еще одним праздником – Днем молодежи. Вас поздравить с окончанием университета, пожелать в первую очередь крепкого здоровья, большого человеческого счастья. И сегодня знаменательный день, вот так вот знаково совпало, что выпуск у вас в День молодежи. С Днем молодежи вас! В этом году медицинский университет подготовил для системы здравоохранения более 300 врачей-лечебников. После получения дипломов и официальной части праздник продолжился в неформальной обстановке. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».